По поручению президента правительство принимает меры для поддержки IT-сектора в условиях внешнего давления. Главная задача – создать комфортные условия для работников отрасли. Это касается и решения жилищного вопроса. Мы запускаем программу «Льготные ипотеки для IT-специалистов». Кредит на покупку квартиры по выгодной ставке до 5% годовых смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий. Максимальный размер займа при этом в регионах-миллионниках составит 18 миллионов рублей, в других – 9 миллионов. Рассчитываем, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тысяч кредитов на общую сумму порядка 240 миллиардов рублей. Дмитрий Николаевич, пожалуйста, внимательно следите за тем, как реализуется программа. Все, что мы пообещали, кстати, отрасли, мы выполняем.